По мнению Вениамина Кондратьева, никакого развития экономики не будет, если допустить внутренний дисбаланс. И сегодня на передовой того, чтобы был мир, наш президент, и он там обеспечивает. А наша задача здесь внутри сгрудиться и не допустить никаких потрясений социальных, иных и экономических. Для того, чтобы еще, не дай бог, изнутри, в тылу еще не образовать еще один фронт. Ни в коем случае. Мы должны сплотиться вокруг своего президента. Это основная задача. Друзья, не дайте расшатать даже этот красивый Успенский район. Никому.